С 1 августа начнется новый охотничий сезон, и продлится он ровно год. Добывать разрешено 76 видов животных, обитающих на территории региона. В первый же день откроется охота на медведя. Для промысла в этом году разрешено 8 косолапых. Что касается лимитов по другим видам, то цифры следующие. Барсуков 17 особей, 6 пятнистых оленей, 422 лося, 2 рыси. Охота на водоплавающую дичь начнется 19 августа. Разрешение Департамент природных ресурсов и экологии начал выдавать с этой недели. У нас некая такая новелла в оказании государственных услуг в данном направлении. То есть электронная очередь, которая, наверное, все понимают, о чем идет речь. То есть можно записаться предварительно. Нет необходимости приходить и стоять в очереди. То есть сегодня электронная очередь позволяет спланировать это все мероприятие. Соответственно, мы приглашаем всех граждан, желающих получить разрешение на охоту в общедоступное охотничье угодье, спланировать свое рабочее время. Свое время, и, соответственно, в департамент готов выдать разрешение всем желающим и имеющим эти документы. А вот поохотиться на кабана в этом году не удастся. Добыча этих животных запрещена. В прошлом году в связи с обнаружением очагов заболеваемости африканской чумы свиней в Ивановской области было принято решение сократить популяцию в 10 раз, чтобы не допустить распространения заболевания. В итоге сейчас на всю Ивановскую область осталось около 300 особей. В этом году с тем, чтобы не потерять кабана как некий биологический вид, который обитает на территории Ивановской области и просто составляет в себя экологическую ценность, принято решение, которое мы согласовали на всех уровнях, подписано постановление правительства Ивановской области о запрете спортивной любительской охоты на кабана на территории Ивановской области. Это такое достаточно знаковое событие в области охоты, поскольку у нас достаточно большой группа охотников этой охотой занимались, сегодня этот вид охоты будет ограничен. Впрочем, запрет на кабана распространяется только на любительско-спортивную охоту. Для регулирования численности отстреливать его все же будут, чтобы не допустить разрастания популяции. Елена Белова, Денис Денисов, РТВ Иваново.